Девушка, это вы, бегущая по волнам? Это русалка. Афродита. Она вышла из первой морской. Афродита, прошу интервью. О, простите. Вы умеете готовить пельмени? Ваня! Ваня! Ванечка! Ваня Нептун! А, он, наверное, умеет готовить пельмени. Ребята, в чем дело? Ванечка, вот они хотят взять у меня интервью. Это уже интересно. Кто? Вот этот. Журнал «Мурзилка». Вот коневодство, а ты? Этот тоже. Ваня, и вот эти два. Извините. Разрешите вами восхищаться? Ваня, ты слышишь? Вы хотят восхищаться. Я наблюдал за вами 7 дней и пришел к выводу, что вы меня достойны. Я наблюдаю за тобой 7 секунд и пришел к выводу, что пора... Ваня! Ну, Ваня, подожди. Значит, вы считаете, что я вас достойна? Интересно, почему? Я без 5 минут доктор наук. Вы представляете в мои молодые годы? Ваня. Кандидат наук? Нет, пока. Я готовлюсь в аспирантуру. Но все говорят, что для меня это просто формальность. Ваня. Какой вы молодец. Правда? Конечно. Вы так считаете? Конечно. Если вас интересует некоторый аспект возникновения гончарного искусства древних славян, я бы вас мог проводить. Я всю жизнь мечтал об этом искусстве, о гончарном Ваня. Именно. Ну, Ванюш, ты знаешь, гончарное искусство занимает важное место в культуре древних славян. Ну, я же не знаю. Ну, иди, одевайся. Подождите меня. Я сейчас.